Лара Гурова, ведущий экономист ракетно-космического центра. О фигурном катании мечтала с детства, но тогда не было ни возможности, ни физических данных. Все случилось в 45 лет, когда друзья в шутку подарили на день рождения коньки. Вначале казалось, до каких-то спортивных успехов, как до космоса. Все изменилось, когда ушли страх и неуверенность. Первый шаг идет волнение, на лед всегда выходишь, волнение. Потом идет потрясающая радость, такой идет драйв, не слышишь музыку, не видишь ничего вокруг, получаешь огромное-огромное наслаждение. Фанаты фигурного 2,5 года назад катались в Самаре где и как могли. На счастье, в этом коллективе нашлась энергичная девушка Екатерина Филатова. Она и организовала этот клуб единомышленников. Желающих реализовать детскую мечту набралось 16 человек. Я сделаю это для себя любимым. Мне очень хотелось кататься, и поскольку никто не принес мне его на блюдечке. Я сделаю это для себя, но я не одна, нас очень много, мы все дружим, мы все катаемся вместе, мы весело проводим время, поэтому, конечно, немножко и для них. Архитекторы, переводчики, музыканты и даже летчик. Вне льда они серьезные люди. На катке веселятся и фантазируют, как дети. За 2,5 года девушки завоевали на российских любительских соревнованиях 23 медали. Сами шьют костюмы и изобретают образы. Своим упорством флиповцы вызывают уважение своего тренера. Иногда я ухожу с тренировки, что все плохо, что все ужасно. А на следующий день они с новыми силами идут вперед. Просто это детская мечта, о котором они мечтали с детства. И вот сейчас она осуществилась. Сегодня в клубе больше 40 человек. Прыгнуть флип – не главная цель фигуристов. Главное – никогда не поздно реализовать то, что когда-то казалось невозможным. А какой самый сложный элемент можно освоить? Главное – научиться падать. Серьезно? А что в этом сложного? Смотрите. Так. Мне кажется, самый сложный элемент я уже освоила. Остался флип. Инна Сапанченко, Константин Головин. События.